Взрывы, прогремевшие в субботу в центре Екатеринбурга, получили продолжение в области. В сугубо оборонительных целях подрывную деятельность ведет Свердловск Автодор. Мы понимаем, что в это трудно поверить, но у нас уже почти месяц как весна, а по весне бывают не только снегопады и метели, но и таяние снега, а главное льда на речках. И иногда эти речки вскрываются с осложнениями в виде ледяных заторов, а кроме того, льдины, хорошенько разогнавшись, могут атаковать опоры мостов и всячески их повреждать. И вот во избежание подобных наездов и заодно, чтобы рыба чересчур не размножалась, лед загодя взрывают. Взрывы уже потрясли речки Салда и Тура возле мостов в Верхотурском городском округе, соединяющих Покровскую Салду с селом Пия, а также деревню Малахово с не менее деревней Лобаново. Завтра взрывные работы будут продолжаться по заказу АО «Мелиострой» в Слободотринском районе. Здесь, опять же на реке Тура, нужно отбомбить 3 моста. До конца марта взрывы во имя безопасного ледохода запланированы у одного моста в Таборах и у 3 в Туринском округе, у деревни Галактионовка и сел Жуковское и Липовское.